Еще тут что-то я наметил, уже заодно прокомментировать, коль скоро так. Послание же президента было. Ну, прокомментируем, вот он текст. Так, за 5 минут до начала послания вошел премьер-министр, тут прямо в хронологии. Там так. Слева занимает патриарх Кирилл, появился Владимир Путин, на этот раз не опоздав. Вот эта оговорка «на этот раз не опоздав», она вот с чем связана. Я вообще, ну ко мне раньше много приходило корреспондентов все со всех каналов. Ну а что корреспонденты, обычные люди, все эти операторы. Ну и мне рассказывали они, пока эти все свои камеры убирали или там расставляли, что Путин имеет обыкновение опаздывать на все свои встречи, ну, как минимум, говорит, на несколько часов. Ну, часа на два, на три. Я говорю, как на два, на три? А ты или на пять, ну, в общем, на дофига. Он говорит, вот так. И все там стоят и ждут его. И кто-то уже дело дошло до того, что один раз его кто-то осмелился спросить, там, Владимир Владимирович, почему все время опаздываете? На что он ответил? Как, а почему опаздываю? Вот так раз пришло к началу. Ну, то есть вот так вот. А тут отмечаешь, вот на этот раз не опоздал.